Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, Амангелді Джахин, Оргкомитет, оппозиционной полицейской партии «Алға Қазақстан». Как вы уже знаете, 9 ноября этого года мы в шестой раз подавали документы на регистрацию нашей партии. Но Министерство юстиции нам отказывает снова и снова, несмотря на то, что список инициативной группы превышает необходимые по закону 1000 человек в 2,5 раза. Для примера, в соседней Киргизии достаточно 10 человек инициативной группы, чтобы создать партию. В отказе говорится, что наш список не соответствует статье 8 закона о политических партиях. Нам никто не поясняет, что именно и в чем заключается это несоответствие. Сейчас мы заявляем, что 18 ноября сего года мы в очередной раз, уже 7-й по счету, будем подавать документы Министерству юстиции. Мы также призываем всех наших сторонников прийти поддержать нас в Ахмале возле Министерства юстиции. Также в других городах, в областных центрах, возле департаментов юстиции. Я прошу вас, всех наших сторонников, прийти и снять видео-челлендж «Бестеремс, мы живые» и опубликовать в социальных сетях. Также мы сообщаем, что это подлая и трусливая власть с целью всячески препятствовать нашей регистрации, незаконно задержала и, сфабриковав административные дела, посадила на 15 суток членов нашей инициативной группы. Марата Мусабаева, Марата Жламбаева, Мереке Нугманова, Сандугаш Кантарбаеву и Венеру Жанбаеву. А Семигуль Ашахбаеву оштрафовали на крупную сумму. Мы считаем, мы это расценим как ничто иное, как политически мотивированное преследование нашей партии. Но они ошибаются, что думая, что мы, они своими подлыми методами остановят нас. Мы не собираемся сдаваться. И с вашей поддержкой идем к своей цели – построение демократического и процветающего государства. Алга Казахстан!